Всем привет, с вами я, Павел Первый, мы продолжаем проходить GTA 3, и у нас, походу, миссия от суки настройки прямо будет. Окей, поднимаемся. Ха, продолжает бить. Miguel seems to think I'm mistreating him. Still, he's revealed the extent to which Catalina fears your quest for revenge. She has three death squads dotted around Liberty, whose sole job is to hunt you down. Act as the bait and get the death squads to follow you to Pike Creek, where some of my men will be waiting for them. Он сам подставляет лицо. Мне придется побыть наживкой. Ну ладно. Я бы их пострелял вот так. Какие люди из них? Мои союзники, а какие нет. Желтые мои союзники, получается. Ой-ой-ой, это упоролось, короче. И не говорите, что все на третьем острове. Блин. Ладно, перебираемся. Там хотя бы теперь ЦРУ нет. Скрыто моментально. Осталось подняться наверх. Да, вообще не лучше быть хупом. Поедем вот так. Так. Так, эта тачка взорвется скоро, ну и нафиг. Я возьму вот эту. Три группы людей, как я понял. Нам главное самим выжить. Свалите! Скалипали уже. Главное, чтобы не начал подниматься до хей. Доехали свободно. Спокойно. Блин, ну почему у меня нормально не получается? Эту тачку в момент взорву. Так, вот чуть прочная. Вот, например, вот это не будет. Так, нам надо просто мимо них проехать. Следует ко мне. Да, вопрос, как к вам пробраться-то? Вот это вопрос. Не из легких, должен сказать. Так, походу. Привет, народ! А я летел такой спокойно. Ах, уникальный прыжок. Так, надеюсь... Это этот говнюк не поехал туда, куда надо. Все, иди сюда. Ебал меня. Так, пацаны, разберитесь с ним. Нихера себе! Вау, вау, вау! Ух ты, блин. Ну нафиг вас. Все взорвали. Теперь новая тачка нужна. Плохо. На этом поеду. Она прочная как раз. Ну
На карте этого моста нету. Особо не на что ориентироваться, конечно. Так. Сейчас. Сделаем так. Так, привет, цуки. Колумбийцы не на колумбийских тачках. Что-то подозрительно. Так, они, надеюсь, сами доедут до меня. Без моей помощи. За ручку не придется водить. Так, что-то я не доехал, по-моему. Так, вон, давай, они едут. Что-то я вообще куда-то еду. А, ну вот там. Так, давай, заезжай, пацан. Отлично. Так, а теперь тачку побыстрее возьмем и найдем этого говнюка, этих, точнее, последних говнюков. Блин, тут только по прямой вариант мне ехать. О! Гонщик с мороженым. Ах, ностальгия. Видимо, морожку тут тоже можно продавать или нет, я уже не помню. Честно говоря. Так. Провалиться я тоже никуда не хочу. Поэтому, так, чувак, мы едем этим путем. Йоу, йоу, нига. Почему я их сам не могу убить? А, тут легкий путь. Я такой долгий мучительный путь выбирал. Оказывается, он вот какой легкий. Так, все, готов. Чё, будет очередная миссия со сукой. Телефончик, телефончик оставим на потом. В общем, на этом пока все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, добавляйте видео в избранное, так что делитесь им, если вам понравилось. Всем всего хорошего и пока-пока.